что? Грим бы собирать, березыки, подзиновики, подопятые. Нет, я к этому равнодушна. Это, я вам искренне сочувствую, это удивительно собирать грибы. Ягоды не интересуют? Только в виде варенья. А стихи? В виде поэзии? Как вы к ним относитесь? Уважительно. В молодости я писал сам стихи. Давайте с вами побеседуем о стихах. А вы не писали? Нет, у меня к этому не было способности. У меня тоже не было. Я вам сейчас почитаю, вы в этом убедитесь. Любить иных тяжелый крест, а ты прекрасно без извилин, и прелести твоей секрет разгадки жизни равносилен. Весною... Ой, в ранней молодости вы были значительно талантливее, чем сейчас. Только никак не предполагала, что вы творили под псевдонимом Пастернак. Меня зовут Анатолий Ефремович. Я это запомню.